каучуке. Да, медленно. Если удар идет сильный, вы начинаете блокировать каучуки вот здесь далеко, да, то далее, то здесь мышцы не держат, да, потому что слишком далеко мышцы надо. И отсюда вам слишком далеко надо контратаку делать дьяконский нападок. Не успеваете. Да. Опять же, возможен блок правильный, только исходя из биомеханики, а не из того, как бы куда у вас рука. Если правильная техника работы бедер, то рука возможна только остановка здесь. Если она остановилась здесь, возможно только напряжение здесь. И блок возможен только здесь правильно. Да? Ски средний уровень, смотрите. Блок возможен только здесь. Тогда контратака будет быстрой и сразу пойдет захват. Да? Посмотрите, движение. Вот блок. Сразу контратака. А если я буду здесь делать, то любое мое следующее движение вызывает сразу еще один удар. То есть я не успею сделать движение. Да? И не совершенно я не смогу его и напрячь. Контратака. Да? Видите, блок коротко, локоть прижат. То есть работа медленная, посмотрите, бедром. И блок. Да, то есть не рукой, бедром. Нет, пока стоит. Да, цепь, раз. Нет. Смотрим, пока удар идет. Раз. И в конце пошел. Последний момент. То есть никуда не убегать. Убирать руки. Да? Медленно. Раз. Блок. Бедро работает в одну, в другую сторону. Раз. И побыстрее. Контратака. То есть резко. Бедро. Контратака. Бедро работает по кругу и обратно. Медленно посмотрите. Круг. Сразу обратно. Круг и обратно. Круг и обратно. Побыстрее. Да, видите, правильная техника приводит к тому, что вы можете делать это в кумите вполне реально. Да. В парах сейчас.